«Потаканка. Лоскутное одеяло» – это цикл видеороликов, созданных Брянским центром казачьей культуры совместно с областным методическим центром «Народное творчество». Один из них, рассказывающий о традиционном народном костюме села Верещаки Новозыбковского района, принял участие в конкурсной программе. Видеоцикл транслировался на одной из площадок фестиваля и получил восторженные отзывы зрителей и исследователей русского традиционного народного костюма. Творческую команду пригласили на конгресс Международного союза антропологических и этнологических наук, который пройдет в мае будущего года в Санкт-Петербурге. Достигнуты договоренности о сотрудничестве с известным собирателем русского народного костюма, членом Союза художников России и Русского географического общества Сергеем Глебушкиным. Этнографический проект «Традиционный народный костюм Брянской области конца 19-го – начала 20 века» помимо цикла тематических видеороликов включает в себя фотосборник с подробным описанием костюмов и интерактивную выставку. Детали проекта можно узнать на сайте potokanka.rf.